Вот мы сейчас приближаемся к развороту, и такая вот проблема. Либо мы спрыгиваем с бордюра, либо объезжаем по вокруг, что и то неудобно, и другое неудобно. Евгений Бочинин – энтузиаст велосипедного сообщества Барнаула, дизайнер. Не так давно сам разработал проект оптимальных велосипедных городских маршрутов. К слову, подобных в городе разрабатывают много. Почти каждый предусматривает строительство удобных для передвижения велодорожек. Пока реализовать такие проекты в Барнауле сложно, а поэтому любители двухколесного транспорта обрадовались, когда на Исаково появилась первая в городе 5-километровая велосипедная дорожка. Опробовали ее многие, в том числе и наш герой, и сразу нашел множество недостатков. Данная велодорожка, она упирается в Матросово или там в северо-западную Матросово, в более сложные участки, и мы дальше не знаем, как доехать нам до центра. В этом проблема, то есть нужно было пробивать какие-то другие направления, например, частный сектор через вокзал. Претензий к дорожке вообще много, не хватает удобных съездов, нет разметки, знаков. Но, признает Евгений, главное, что лед тронулся. Причем, по его мнению, именно благодаря таким акциям, как на работу на велосипеде. Сегодня тех, кто передвигается на двух колесах в 5 точках города, угощали бананами и энергетическими батончиками, а также горячими напитками. Акция всероссийская, и Барнаул к ней присоединяется уже в третий раз. По словам участников, она помогает продемонстрировать, что в городе образовался уже целый класс людей, предпочитающих двухколесный транспорт любому другому. Велосипед – это очень удобный вид транспорта. Я не пользуюсь общественным транспортом, потому что много народу, пробки, очень неудобно. Велосипед гораздо удобнее. Во-первых, он не выделяет в атмосферу никаких вредных примесей. Потом, это довольно приличная скорость, 15 км в час, это неплохо. В прошлый раз такая же акция проходила в мае. Тогда велосипедистов встречали на 3 точках. Собралось не больше 100 участников. На этот раз точек уже 5. Велосипедистов насчитали почти 200. Всего по подсчетам организаторов в Барнауле сейчас около 3-3,5 тысяч жителей постоянно и даже зимой пользуются велосипедами. И их число растет медленно, но верно. А вот велодорожка, причем не самая пока лучшая, в городе на данный момент только одна. Илья Кочетков, Илья Халяпин, День с толком.